Приветствую вас на канале Hard Reset Info. В этом видео вы узнаете, как найти кого-нибудь на WhatsApp. Для начала откройте приложение WhatsApp на ПК, а затем нажмите на поисковую строку. Далее впишите ключевые буквы, которые присутствуют в имени контакта, который вы ищете. И вам появятся вариации контактов. Нажмите, чтобы перейти. Ну вот и все. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки. Если у вас возникли какие-то вопросы, прошу писать их в комментариях.